Если меня бы попросили одним словом охарактеризовать прокуратуру, я бы назвал слово «профессионализм». Но одним словом, конечно, ограничиться нельзя. Я хочу поблагодарить вас за очень качественное взаимодействие. Действительно, очень качественно была проведена работа прокуратуры. Большое количество граждан получило соответствующую поддержку. Для нас, для органов исполнительной власти, решение суда – это, соответственно, развязанные руки и возможность исполнить законные права граждан.